супруги Борис Щербаков и Татьяна Бронзова счастливы в браке уже около 50 лет. За долгую совместную жизнь случалось многое, включая измены актера. Тем не менее, многие считают их союз идеальным. Познакомились будущие супруги во время учебы в школе-студии МХАТ. К тому моменту Щербаков уже вовсю покорял женские сердца, а Бронзова успела выйти замуж. Казалось, у этих двоих не может быть ничего общего. Однако безобидное общение быстро переросло в чувства. Татьяна без памяти влюбилась в Бориса, забыв про оставшегося дома мужа. А тот выбрал ее из всех девчонок студенческого общежития. После учебы влюбленные поженились, и вскоре у них родился сын, Василий. В паре царили гармония и взаимопонимание. Однако тихое счастье рядом с любимой женщиной не помогло артисту остепениться. Несмотря на семью, толпы поклонниц продолжали окружать ставшего на тот момент мегапопулярным Щербакова. Вскоре общественность начала активно обсуждать измены актера своей жене. Самым громким стал роман Щербакова с коллегой по съемкам Людмилой Нильской. После этого Бронзова выгнала Щербакова из дома. Однако тому удалось восстановить отношения с супругой. Впрочем, уходить к любовнице Щербаков и не подумал. Уже на следующий день он приполз к жене с цветами и добился прощения. Это была не единственная измена артиста. Но его жене хватило терпения выдержать нелегкий период. Кроме измен, в жизни семьи Бронзова и Щербакова были и другие испытания. Около 16 лет назад у Бронзовой диагностировали рак, а Щербаков отказался от многих проектов, чтобы быть рядом с ней. К счастью, лечение дало положительный результат. Самое страшное осталось позади. Однако теперь Татьяна вынуждена постоянно наблюдаться у специалистов, а Борис заботится о ней еще больше. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем пока!